До інших новин. Небезпечные цукерки. Шарговую контрабанду затримали супрацовники митні разом з военнослужащими Брестской пограничной группы у пункте митного оформления Варшавский мост. Подробязности у Юрия Печура. Наприкінці года минулого супрацовники Брестской митні тройчі знайшли у поклажі туристов і спеціальних автомобільних тайниках більше 100 кілограмів різних наркотичних речивів. І ось у перші дні нового года чергова партія на гэты раз марихуани. Заборонений товар був знайдений у російському автомобілі марки BMW. Перевозили його в упаковці від цукерок. Согласно заключению эксперта, обнаруженное вещество является опасным наркотическим средством марихуаной. В Брестской таможне возбуждено уголовное дело в отношении 32-летнего гражданина России по статье 228, часть 2 «Контрабанда» Уголовного кодекса Республики Беларусь. Не быв оригинальным у спробе контрабанда провести про пункт мытного оформления Варшавский мост партию товара для мобильных телефонов и громадянин Польши. Каля 500 одинок розных аксессуаров он сховал у конструкционных особливостях автомобиля Citroen. Сам же для пересечения межи выбрал так званый червоный коридор, але при этом заявил, что не мая при себе решил, какие подлягают обовязковому декларованию, за что и поплатился. В результате совместного с сотрудниками пограничной службы таможенного досмотра автомобиля в транспортном средстве был обнаружен тайник. Под обшивкой пола находилось 470 единиц аксессуаров для мобильных телефонов. Стоимость изъятого составила около 80 миллионов белорусских рублей. У сувязи с выкарыстанием тайника разом с контрабандным товаром до решения суда отобраны и автомобиль польского громадянина. Юрий Печур, Александр Сивицкий, областные новины, Брест.